прежде чем создавать комиссию, нужно знать определенные документы, какими пользуется образование, в том же и по питанию, потому что питание сейчас у нас, так же, как и по республике, мэрия не доплачивает, чтобы было горячее питание, и это уже желание родителей доплачивать или не доплачивать. А по поводу комиссии, да, я была против, потому что нужно с нормальным настроем идти в школы, а не мстить за то, что кого-то не взяли в школы по указанию. Я не крышую школы, как Тазабек Икраймович это говорит. И еще хочу публично сказать, что мне в свое прошлое оглянуться не стыдно, в отличие от некоторых. Спасибо.